Левая партия Сербии, движение социалистов, объявила, что ведет работу над законопроектом, направленным на ограничение деятельности иностранных НПО в стране. Документ очень похож на вызвавший много споров закон об иностранном влиянии, который, как ожидается, вскоре будет введен в действие в Грузии. 2 июня сербские избиратели придут к урнам для голосования и примут участие в повторных выборах. Предлагаемый законопроект может принести больше голосов сербскому движению социалистов. Я заиста смотрю, что угрожение интереса Республики Сербии, ако постоя невладине организации, кое се донирают из иностранства, финансируют из иностранства и ovde rade na propagiranju Kosova kao nezavisne države, na propagiranju postojanja genocida u Srebrenici, o uništenju Republike Srpske. Неправительственные организации, такие как «Молодежная инициатива по правам человека», обеспокоены тем, как законопроект может повлиять на их работу и будущее сербского общества. Те najave ja vidim kao sredstvo zastrašivanja pre svega civilnog društva i nezavisnih medija, odnosno onih medija koji kritički preispituju zapravo ponašanje vlade, a s druge strane organizacija koje pokušavaju da na neki način reformišu društvo, predlažu određene politike i kroz ove najave mi vidimo zapravo jednu vrstu poželjne zabrane zagovaranja određenih demokratskih principa. В феврале Европарламент принял резолюцию, в которой отметил, что прошедшие в Сербии выборы оказались ниже ожидаемых стандартов для страны кандидата на вступление в ЕС.